Всем привет! Сегодня хочу вам показать крем-основу от корейского бренда Sulvasu. Это крем с высокими уходовыми свойствами и с эффектом тонирования кожи. Оттенок 21 называется натуральный бежевый, оттенок 23 реально бежевый. На пробничке видим информацию о сроке годности. К сожалению, в Рунете я не нашла информацию об этом креме-основе, совсем ничего, и мне пришлось обратиться к официальному сайту, на котором я нашла информацию, что данный крем-основа с правильным балансом увлажнения и питания кожи. Тонко измельченный пигмент кремовой основы позволяет равномерно нанести ее и покрыть все изъяны поверхности кожи. Давайте же посмотрим, что внутри. Я начну обзор с оттенка номер 21. В капле крем очень густой, он совершенно не растекается. Крем ярко-желтого цвета. Крем имеет очень сильный аромат женьшеня. Женьшень – это основной компонент бренда Sulvasu. Распределяется крем очень легко, несмотря на то, что он довольно густой. Крем закрасил мои полоски практически полностью. Покрытие на высоком уровне. Крем имеет очень выраженный желтый оттенок. Если у вас кожа розового либо серого подтона, то данный крем вам абсолютно не подойдет. А я покажу вам оттенок номер 23. Третий оттенок немножко пожиже. Он также дал очень хорошее покрытие. Он полностью закрасил линии на руке. Я перепробовала очень много BB-кремов, CC-кремов, тонирующих основ. И только с этим кремом основой моя кожа выглядит как с эффектом фотошопа. Несмотря на то, что данный крем не совсем подошел мне по оттенку, он сильно ушел в желтизну. Но я скорректировала это пудрой, и оттенок более-менее выправился на моей коже. Но тот эффект фотошопа, который он мне дал, я не получила еще ни в одном BB-креме. Крем усаживается довольно долго, и после усадки вы видите, что оттенки практически сливают друг с другом. Этот крем люксовый, исправляет все изъяны и дефекты кожи. И использовать его можно на выход, когда вам необходим эффект фотошопа. Но у этого крема имеются недостатки. Практически нереально найти его в продаже. И второй его недостаток, что у этого крема довольно высокая цена. Я же благодарю вас за просмотр. Будьте красивыми. И до встречи в следующем видео.